а как правильно наносить лосьон для роста волос, чтобы средство не перерасходовалось, а он попадал туда, куда надо. Для начала взболтай пузырек, затем набери разовую дозу. Изучи инструкцию, чаще всего лосьоны наносятся на сухую кожу головы. Разделяй волосы по проборам расческой, или воспользуйся моим лайфхаком, я взяла кисточку, и наноси капельно на проблемную зону из пипетки или из дозатора спрея. Аккуратно продолжай делать проборы в тех местах, куда необходимо наносить лосьон. Причем наноси лосьон маленькими капельками, голова не должна быть сильно мокрой. После нанесения легкими массажными движениями вбивай препарат в кожу головы, но не переусердствуй. Лосьон должен попадать точно на кожу скальпа, а не на стержни волос. Я люблю распределять препарат с помощью расчески с широкими зубчиками и завершить процедуру легким массажем.